7 сентября в торговых сетях Ульяновска стартует акция «Социальный хлеб». Суть ее в том, что несколько видов хлеба подешевеют за счет снижения наценки в магазинах. Экономия для покупателя составит около 5 рублей. Подобная акция проходит не в первый раз и уже показала хорошие результаты. Горожане, безусловно, могут купить, соответственно, хлеб с большой скидкой. Это мы говорим о том, что в первую очередь, соответственно, здесь совокупность интересов как аграриев, так и, соответственно, хлебопроизводственных предприятий, ну и, безусловно, торговые сети. Неизменный участник акции – Ульяновск Хлебпром. На предприятии производят свыше 80 наименований хлебобулочных изделий, пирожные, печенье и торты. Открыли и новую линию по производству подового хлеба. Производительность линии – 25 тонн в сутки. Она позволяет производить хлеба по классической технологии. Это просто вкусный классический хлеб, к которому привыкли россияне. И это тот хлеб, который мы должны сохранять как национальное достояние, как традиционный вкус настоящего российского русского хлеба. С работой новой линии ознакомился глава региона. Оборудование для приготовления теста, печь, кулер для охлаждения, нарезка и упаковка – все это входит в новую линию. Работники будут выпекать для населения ржаные, пшеничные и лечебно-профилактические хлеба. Анна Тищенко, Юрий Тимонин, новости Улправда ТВ.